Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Лего Ниндзяго. Ну что же, поехали. У нас также до сих пор непроходимые джунгли, так что будем их проходить. Пересечь джунгли — у нас новая задача. Так, хорош, Ву, успокойся. Давай по существу. Сейчас нам нужно перепрыгивать здесь через эти сыпучие пески. Тихо, тихо, тихо. Главное не утонуть. Так, вроде бы пока все под контролем. Ай-яй-яй-яй-яй, храбрая курица. Уровень истинного ниндзя. Ой, а она что, не возвратится? А нет, все нормально, восстановилась. Я уж думал, утонула навсегда. Так, давайте еще разок попыточку с вами по-быстренькому провернем. Все, отлично, перепрыгнули. Ну что же, какие у нас тут будут следующие загадки? Так, это мы все разбиваем, только лишь ради деталек. Детальки нам очень сильно нужны. Мы за них получаем новые достижения. И, как я понимаю, мы сейчас будем бежать с вами по стене. Потому что на ней отметины для бега. Отлично. А здесь мне уже нужен будет Ллойд. Давай-ка, Ллойд, иди, руби. Очень хорошо. Так, что нас тут ждет? Золотой блок? А, ну это просто как бонусная комната была. Ладно. Ничего страшного. Так, ладно, а действительно, куда нам на самом деле нужно сейчас идти? Ага, вот оно что. Ну, давай потихоньку. Тихо, тихо, не буянь. Это что такое за значок? Взорвать динамитом? Хм, у меня нету динамита. Очень интересно. Похоже, нужно как-то вот эту вот штуку взорвать. Веревок больше нету, там в песках мина. А где мои все? Почему я тут один нахожусь в данный момент? А, вот они стоят все рядышком здесь. Я не всегда буду рядом, чтобы помочь советам. Но раз уж сейчас рядом, стреляйте по мишеням. Так, учитель Ву, по каким мишеням? О чем ты? Куда ты? А, ну в принципе нормально, да, ты у нас просто наверху был. Ну давай-ка попробуем. Ага, значит здесь не твой удар нужен, не твою кружицу. А, вот оно. Ты просто в щепки разлетелась. Ну, прыгаем. Тара-тара-та. Вперед, ничто нас не остановит. Ого. Нежданчик такой был. Ладно, сейчас мы их пропишем. Немножко, конечно, камера здесь прыгает. Причем в такие ненужные моменты. Зачем так приближаться, а? Да елки-палки. Разбили. Все, да? Какие-то сосунки, вот вам. Нечего тут играть в волейбол. Нашли время. Тут война вовсю идет, а они в волейбол играют. Так, тихо, прыгаем. Отличненько, я вам скажу. Давайте переползем. Дальше нужно будет перепрыгнуть, пробежаться по стене. Необходимо обойти этот старый додзе. Обалдеть, как мы обошли. Черт подери, давайте еще разок попробуем. Перепрыгиваем. Здесь. Акробатик ты наш. Тихо, что ты вытворяешь-то? Давай без этих. Без приколов. Так, перепрыгиваем. Слушайте, а здесь-то как бы сделать? Ну и бежим. Почему он не бежит-то у меня наверх, а? Начинает и падает. В чем прикол-то?
Так, ну давай еще разочек попробуем. Оп, отлично. Неужели у тебя получилось все? А здесь-то куда? Так, вверху я вижу канатку. Еще один золотой блок. Нет, это был обычный. Все тут разнесем. И все, тупик. Наверху кто-то там храпит. Ну, у меня только одна мысль, ребята. Это надо... Да что-то там застрял-то, а? Раз здесь мы ничего не можем сделать, подпрыгнуть, как я понимаю, тоже некуда здесь зацепиться. Значит, надо возвращаться. Что-то не перепрыгнешь никак, а? И по трубе, наверное, надо ползти-то. Так, дальше прыгаем по этим штучкам, да, елки-палки. Так, хорошо, хорошо, замечательно. Все, перепрыгнули. Опять у нас тут крыша. Кто здесь нужен? Почему нельзя было подняться по лестнице внутри? Что же это было бы за испытание? Это было бы нормальное испытание. Опа, поехали. Смотрите, обезьянка. Снова змеи. Эти ребята очень хотят нас остановить. А, так этих ребят звать змеями? Ну что ж, придется показать им стиль журавля. Ну, готов. Тоже отдыхает. Чего вы ждете, когда вам на макушку упадет желудь? Лезьте вверх. Сейчас пойдем, что ты волнуешься-то? Мне же нужно было подраться и победить этих змеев. Вот теперь пойдем наверх. Ой, что это такое? Кору снесли. Ну, а теперь надо применять кружицу. Дело за тобой, Коул. Ладно, я попробую. Не задеть бы кого-нибудь внизу. Хотя, если это будут змеи, их не жалко. Упавшее дерево. Наш путь дальше. Философский вопрос. Если в лесу упало дерево, но никого не было поблизости, мы же не виноваты, да? Следы ниндзя. Я чую присутствие зла. Я уже близко. Он уже близко. Он очень близко. Очень близко. Ты! Ты! О, привет, брат. Где эти твои занудные ниндзя-шминдзя? Где твои мелкие ниндзя-тракашки? Мощно, я завидую. Они окружают тебя, оставаясь невидимым. Готовься нанести удар. Правда, что ли? Оу, ну все. Теперь я буду тебя бить. Покажи мне, что ты умеешь. Что, не попал? Ха-ха. Дурачина, а вот и нет, ха-ха. Ну все, вот теперь я хочу сделать тебе больно. Похоже, пора научить тебя закрывать свой никчемный рот. А вот такому в школе не учат. Стиль 7 смертоносных бабочек Шаолиня. Мне не нужна смертоносная бабочка, чтобы победить тебя. Эй, народ, Гармадон и Ву дерутся в лесу. Опа, вот он. Я не позволю тебе захватить супер-пупер оружие. Полетел, полетел, а? Гармадон. Глава 8. Битва мастеров. Ах, нет, ничего лучше старой доброй братской потасовки. Дядя, осторожно! Ха, получи, Гармадон. Вот так, и так, и вот так, вот так, 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 вот, вот, вот так.
Ну что ты тут придумал, а? Держись рядом, Ллойд, и тогда мы победим. Это у нас змеи. Сейчас мы с ними по-быстренькому разберемся. Сначала змеи, потом гармадон. Хорошо, как скажешь. Сначала змеи, потом гармадон. Ну давай, Ллойд, ты там не тупи. Чё ты не бьешь-то никого? А нет, дерется помаленьку. Ну слабенько. На, на, получи. О, нельзя поручать змеям работу завоевателя. Тихо. Дядя, мост! Ой, не нравится мне это все. Дядя, бегите, мост рушится. А ну-ка, кружицу. Его зовут Ллойд, запомни хорошенько. Ну, отлично. Да что ж ты... А, нет, все нормально, нормуль. Давайте добивать уже его. Ух ты, замечательная комбо. Куда ты побежал опять, а? Блин. Опять змеи. Сейчас мы с ними разберемся. Блин, я просто боюсь упасть с этого моста. Оглушенный стоит. Разбомбили. Так, давайте, прыгайте, прыгайте. Идите сюда все. Все в кучку. Ну? Ллойд, ну что ты бегаешь-то за мной? Давай, прикрывай. Вот так вот. Ну что ты скажешь? Психует. Оу, тихо. Ёлки-палки. Упал. Чёрт, где будет следующий-то? Ё-моё, да что ж такое? Сразу подо мной. Так, все, иди сюда. Гармадон, будем тебя проучивать. Слушай, он какой-то медлительный и неповоротливый. Ну, добили? Отлично. Это я называю стилем обезьянка в клетке. Ха-ха, да ты шутишь. Вау, знаешь, истинный ниндзя сосчитал бы всех бабочек. Да ладно. Нет. О, жив. Мастер Ву. Ллойд, запомни, никогда не сходи с правильного пути. Тогда ты обретешь внутренний покой. О, господи, мастер Ву, мастер Ву. Ну и но. Похоже, вашего бесценного ниндзя-мастера мы больше не увидим. Если хотите в этом путешествии сохранить свою шкуру, кто-то должен обучить вас пути ниндзя. Что ты можешь знать о ниндзя? О, весьма многое, Лала Ллойд. Нельзя стать завоевателем, не изучив искусство ниндзя. Темное искусство ниндзя. Ай, что это? Без меня вам из этих джунглей не выбраться. Вы все тут просто погибнете. Ну и отлично, мы все погибнем. Мы не погибнем, Джей. А пока я спасаю ваши шкуры, заодно могу научить вас кое-каким жутко улетным и коварным приемом ниндзя, вроде зануды. Погоди-ка, мы ведь говорим о гармадоне. Мы сможем добраться до супер-пупер оружия и без него. Нужно только вспомнить, чему нас научил мастер Ву. Я помню лишь то, что нам очень нужен ниндзя-мастер. Берем его с собой. Потрясающе! Непроходимые джунгли. Что мы получили с вами? Область пройдена. Золотой блок разблокирован у нас. Новая задача — отправиться в темное ущелье. Отлично, почему бы и нет. Контрольная точка. Все как полагается. Давайте-ка я сюда схожу. Наверное, заберем это все. Все равно на халяву. Так, здесь у нас два меча. Это что такое у нас? Тоже нажать. Непроходимые джунгли. Нет, нам не надо еще раз проходить. Не будем.
Слушайте, а почему нас двое? Где все остальные? Где Гармадон, в конце концов? Мы же вроде бы как согласились его взять с собой. Все тут разнесу. Йоу, какой я прыткий. Я все-таки Ллойд, сын Гармадона. Как это ни странно. И здесь у нас какой-то телепорт, по всей видимости. Грибы, все уничтожаем на своем пути. Ага, темное ущелье, вот туда-то нам и нужно. Да, конечно, я уверен. Мастер Ву говорит, что ему 160 лет, и он при этом младший. Верно, он мой младший брат. Как такое возможно? Ты же выглядишь... Моложе? Спасибо. Как ты обзывался еще пару рук? Не надо так, не самый удачный вопрос. Меня укусила змея. Не, да, разве у змей много рук? У них вообще нет рук, именно. Может, ты хотел сказать, паук? О, нет, меня укусила змея, которую до этого укусил паук. А потом она укусила меня. Эй, а знаете что, сейчас нам нужно поупражняться в молчании. Извини, просто когда ты говоришь, мне не хочется слушать. Но когда говорит он, я весь внимание. Я не согласен. Я всегда говорил, что голос у меня отменный. Кажется, мы отклонились от темы. Вот это я имел в виду. Вот так он говорит. Повтори самую малость. Я так и вовсе на меня не похоже. Он, скорее всего, так говорит. Посмотрите, что он делает. Мы ведь должны сосредоточиться. А он нас отвлекает. Спасибо, Зейн. Ну, что? Похоже, дальше не пройти. Что ж, значит, пора назад. Пошли, Лалалоид. Погодите, я что-то чувствую. Тревогу, что ли? Потому что идете прямиком в ловушку? Нет, совсем наоборот. Я ощущаю гармонию. Бррр. Тебе дать перчатки, Зейн? Ну, отлично. Ву задурил вам голову внутренним равновесием? По-моему, я его достиг. Теперь я наверняка смогу освоить Круджицу. Темное ущелье, глава 9, скрытый город. Ага, значит, мы сейчас с вами в темном ущелье. Неужто вы не чувствуете присутствие зла? Может, оно от тебя исходит? Спасибо. Так, с нами Гармадон, значит, тут бегает опять же в своей клетке. А я играю в данный момент за Зейна. За нашего лучника. Странно, можно взорвать динамитом. Кто у нас вообще будет владеть такими способностями? Так, Гармадон, иди отсюда. В клетке. Получи. Гармадон, ты что, бессмертный у меня, что ли, а? А, нет, смотрите-ка. Развалил я его. Ну, он опять здесь. Ладно, давайте сосредоточимся на игре и подумаем, куда нам тут идти. Кружицу льда. Ага, нажмем Б. И стикером укажем. Все, понял. Ребята, мы с вами, я так понимаю, можем замораживать воду. Сейчас мы это проверим. А ну-ка, Зейн. Зейн, а твоя новая сила не может нам помочь? Ого, это было невероятно круто. Теперь ты владеешь кружицу. Подумаешь, сосульки. Да вот и не просто сосульки. Эй, а как же я? Я так не смогу. Мы вернемся за тобой, Гармадон. И если повезет. Еще один водопад, и выглядит он очень даже ничего. Ничего хорошего, когда вы наконец вернетесь за мной? Наверное, уже никогда. Хотя, скорее всего, он нам здесь понадобится где-нибудь. А как, интересно, мне его сюда поднять? Так, давайте вот этот водопад заморозим. Да, довольно неплохо. Чисто сработано, Зейн. Поправка. Думаю, ты хотел сказать льдиста. Ха-ха. Панели клетки Гармадона. Не понял. А-а-а. Ёлки-палки, а мы без него здесь не сможем дальше пройти, оказывается. Попробуем заставить это работать. Тут все такое ветхое.
Нет, по-моему, здесь надо не стрелять. Вот так. Теперь мы что-нибудь можем собрать. Что это было? Что у вас там происходит? Гармадон паникует. Бедняга. Ну, давайте, наверное... Чье? Ой, не то сделал, не то сделал, ребята. Да чтоб тебя, а. Мы все сюда телепортнулись. К Гармадону. А нам нужно опять наверх. Да, и, кстати, там нужно воспользоваться чьим-то кружицу. Я просто не помню, чьим. По-моему, у нас Мастер Ву использовал, да? Вот сюда нужно поставить Гармадона. А здесь нам нужно будет переключить вон тот значок. Да чтоб тебе, не надо. Не надо, ребята, давайте назад. Да... Зейн. Будь добр. Использовать свою кружицу. А, значит, можно любым. Отлично, вот это по-нашему. Наконец-то. Были бы вы моими генералами, я бы вас немедленно вышвырнул. Так, ну что же, теперь нам нужно его обратно подтянуть. Давай, Гармадон, иди сюда. Замечательно. Что, теперь нам, наверное, надо поставить Гармадона на эту платформу. Получилось! Сработало! Вот, видишь, Лололой, я полезен. Как мешок с песком. Как мешок с песком. Именно, эй, не огрызайся. Эй, вы это видели? Вы меня знаете, я не трусиха, но, может быть, Гарм прав насчет этого места. А мы сейчас это как раз-то и проверим, насколько он прав. Он говорил, что здесь слишком опасно. Так, что тут у нас показывают? Водопад. Скорее всего, нам надо будет его заморозить. Но прежде чем туда добраться, смотрите, сколько нужно пройти всего. Ёлки-ты-палки. И опять платформа. Ёлки-ты-палки. Нам придется туда тащить Гармадона. Думаешь, она и правда бездомная? Ну, я не горю желанием выяснять. Так, перепрыгиваю. Гармадон-то прыгает. Значит, нам надо сюда. Смотрите, скелеты. Что бы это ни было, мы справимся, ниндзя. Приготовьтесь. Ну, я думаю, со скелетами мы действительно справимся. Так, а выкуси. Да хорош уже тут выделываться. Определяю численность скелетов. Зейн, хорош тут свои хакерские штучки вытворять. Давай лучше дерись. Ага, они Гармадона тут хотят побить немножко. Но не тут-то было. А, они защищают свою территорию. Должно быть, решили, что мы захватчики. Да нет, мы просто пришли пройти это ущелье. Ах ты. Ну-ка. Рассыпься. Нормуль. Ага, значит, нам нужно сюда подняться. Давай сбегаем. Что, мне опять придется тут ждать? Ну вы там быстрее, ладно? Гармадон, ты же у нас великий ниндзя, что ты паникуешь? Походу дела придется замораживать нам этот водопад. Ну-ка давай, Казейн. Ага, так и есть. И сейчас будем мы туда карабкаться. Скорее всего. А нет, смотрите, мы будем пробегать по стенке. Поехали. Опа. Перепрыгиваем. И теперь прыжки у нас. Все, я на месте. Просто так они не упадут. А ну-ка. Погодите, тут, по-моему, нужен не лед. И не твое, по-моему, кружицу. А у тебя и нету его. Так, только не Гармадон. Не-не-не-не-не-не-не, ну зачем же так? Ай. Все, отлично, он вернулся к нам. Дайте мне переключиться, вот. У него должно быть нужная нам земля. Похоже, теперь твой выход, Коул. Люблю крушить.
И опять прыгаем. Ну что же, все нормуль. Правда, мне кажется, мы уже далеко так ушли от громадона от нашего. Здесь у нас платформа для него стоит. А ну-ка. Просто разбили. Давайте-ка вот этот значок. Ага, вот он. Подъемничек. Ну давай, Гармадоша. Запрыгивай. Быстрее, пока скелетов не стало больше. А теперь его сюда к нам возвращаем. И ставим его на платформу. Я должен бы поблагодарить, но не хочу. Погоди, вот, Гармадон, вставай. Вот оно что. Ну-ка. У нас еще, оказывается, тут был один подъемник. Мы на него забираемся все дружненько. Я готов. Отличная кружицу. Жаль, что мастера Ву здесь нет. Я бы спросил, будет ли у меня когда-нибудь собственная кружицу. Ладно, с меня хватит. Делайте, что хотите. Гармадон, а ты должен встать на эту платформу. Без тебя никак, извини, братуха. Сработало. Само собой, я же в деле. Только что отказывался, и он уже в деле. Что это такое? Вы получили, ага, жетон пронзительности. Изучаем новый скилл. Увеличенный урон. Да, почему бы и нет. Стиль свиньи. А, несущегося кабана. Так, здесь аккуратненько, аккуратненько. Качается? Да давай не дуркуй ты, Коул. Вот так, нормуль. Ну что ж, я думаю, что уже практически где-то мы на выходе должны быть. Ой, не нравится мне это. Да. А вот и они, скелетики. Ну-ка, разберемся с ними, ребята. Бум, а теперь попробуйте собраться. Ну, у них это не получится. Опять прыжки. Слушайте, а где у нас Гармадон-то? Я надеюсь, он с нами идет. Чувствую, надо замораживать. Так. Зейн, ты где у меня? Вот он. Слушай, он какой-то, по-моему, как полуробот, то ли кто он. Его вечно коротит. И почему именно он управляет льдом? Так, еще один водопадик у нас тут. Давайте разобьем для начала. Чтобы побольше собрать деталек. А нет, тут смотрите-ка, куда-то нам наверх показывают. А я думал, надо замораживать. Ага, перепрыгиваем здесь. Опять будут скелеты, нет? Пока тишина. Так, не, смотрите, как Гармадон с нами. Держимся вместе, ниндзя. И тут у нас какие-то паучки вылезли. Я думаю, справимся с ними. Давай, 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 давай. Зэн, ну-ка. Отлично, минус один, минус два. Да, вообще-то практически мы всех и разбомбили. Причем довольно быстро. Ах ты смотри, теперь какие-то летающие здесь у нас. О, у Зейна хорошо, что атака дальняя. Это очень даже полезно. Может, стоит доломать? Я бы сказал да. А доломать чего-то хотел. А, вот что. А, ну-ка, где тут у нас с кувалдой? Коул, давай ломай. Ох, надеюсь, я не сломал ничего важного. Да, думаю, вряд ли. А теперь, наверное, нам придется замораживать Зейном. Да как тут сразу-то на него, вот. Отлично. Ну что же, поднимаемся выше.
Скользко, кто бы мог подумать. Так, естественно, ты заморозил. О, тут скелеты. Так, надо с ними разобраться, конечно же. Ну, это какие-то простые, даже и не воины, а просто... А вот один воин. Ух ты, неплохо, неплохо, Зейн, ты сейчас сделал. Мне понравилось. А, черт, один увязался. Отлично, он выеживается, а? Вы заметили? Так, что теперь? Ага, все, вижу. Бежать надо по стене. Давай. Мы справимся, нужно только вспомнить уроки мастера Ву. А я их, честно говоря, и не забывал. До сих пор вижу его манускрипты перед глазами. Так. Тихо. Смотри, что делает. И у нас здесь очередные прыжки. Тогда поскакали. Слушайте, а Гармадон-то как будет прыгать здесь? Протянуть руку помощи или 4? Ну, конечно же, лучше 4. Удерживать Б. Ага, что-то собираем. Наверное, подъемник какой-нибудь. Точно так и есть. Смотрите, сейчас мы его к себе сюда и перетянем. Давай, Гармадоша, ждем тебя. Дальше Гармадон справится сам. Так, я на месте. Ну и денек, честное слово. Погодите-ка, я утюг утром выключил? Что дурачится. Все, здесь уже нужен Гармадоша нам. Потому что для него платформа. Так, Гармадон, давай вставай. Вы молодцы, команда и Гармадон. А я особенно молодец, да? Собака. Да сколько же тут прыгать-то, а? Нажать. Не понял я маленько. Ох, как бумкнуло. Прыжки, прыжки и еще раз прыжки. Кто здесь, я не пойму. А, скелетики наши родные. А ну-ка. Получи-ка и распишись. Это так скелетик там заорал, завизжал. Опа. Просто с вертухана его доделали. Ну, тут вроде бы все спокойно. Никаких прыжков, все чинно, благородно. Ой, извини, Зейн. Не нечаянно. Все, крушим. Так, а здесь у нас нужен Ллойд. Он только у нас лианы рубит. Давай, братишка. Пошинкуй-ка здесь все. Отлично. Оу-оу-оу. Тихо, ребята. Далеко собрались-то. Минус один. Все, всех побили. Слушайте, довольно быстро мы с вами копим детальки. Сейчас скоро будет очередной скилл, изученный нами. Опять ворота. Да я уже понял. Так, погоди, а почему это не разбивается? Да куда вы телепортнулись-то? Слушайте, там наверху какая-то тележка, я смотрю. Что-то я запутался. И там тоже можно что-то разбить. Это я сейчас куда? В правильном направлении хоть перепрыгнул? По-моему... Нет, ребят. Я вернулся назад. Да, точно. Давайте возвращаться. Мы отсюда начинали. Нам нужно двигаться по нашей синей стрелочке. И она указывает нам вот сюда. Потом вот сюда. Перебегаем этот мостик.
И вот в эту пещеру. А, ну да, вот они, ворота. Только я так и не понял, что с ними надо сделать. Вижу бочка. В первой была вода. Может быть, тут с Зейном надо как-то что-то делать. А, нет, разбили. Собираем. Наверняка какой-нибудь механизм открытия. Оу. Может, теперь назад? Ага, как бы мне не было неприятно соглашаться с главным злодеем всех времен и народов, ты сама доброта. Но у меня тоже плохое предчувствие. Все нормально, мы со всем сможем справиться. А что, ты тоже внезапно открыла в себе силу кружицу? Ох ты. Все, молчу. Ну вот, а я-то надеялся, что это я буду следующим. Пойдемте, мы справимся. Кружицу воды. Все понятно, удерживаем Б. Левым стиком направляем. В общем, все как обычно. Новая задача — освоить кружицу воды. Да мы уже освоили. Так, и нам нужно... Ага, вот сюда. Ух ты. Ага, наполнила сосуд водой, и он подействовал как противовес, открыл нам ворота. Новая задача — пересечь ущелье. Мы получили опять очко пронизительности. Изучаем новый скилл. Увеличенное время действия множителя комбо. Довольно неплохо, я считаю. И куда же нам нужно? Так, наверх поднимаемся, да? Погнали. Опять скелеты здесь будут, нет? Пока тихо. Ага, сосуды. Ну что ж, давайте наполнять их водой. Гармадон. Ну, естественно. Как же нам без него-то? Слушайте, а дальше что? Какие-то золотые ворота. Вниз, я думаю, нам не стоит прыгать. Видимо, тут нужен Зейн. Потому что наверху, как вы видите, мишень. Да не кружиться, а просто стрелять. О-о-о. Что это такое было? Просто какой-то бонус? Ой, и опять скелетики у нас здесь. Сейчас мы с ним по-быстренькому разберемся. И будем открывать очередные ворота. Я что-то не понял. Вы что, скелеты, припухли? Почувствовали себя бессмертными? Так, 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 так. Отлично, добили. Добили, добили, добили. Ничего себе ты, Зейн, наяриваешь. Так, еще летуны тут прилетели к нам. Да сколько же вас тут? Чересчур, по-моему, многовато. Давайте-ка так издалека его расстреляем. Готов. И это тоже готово. И я так понимаю, мы что-то сможем сейчас с вами собрать. Потому что, видите, там лежит груда деталей. Давайте-ка попробуем. Не понял. Магнитофон? Ладно, хорошо. Пускай будет магнитофон. Он призывает скелетов. О, нет, 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 Зейн, ну как же так, а? Давайте-ка, наверное, мы с вами разбомбим его. Все, сломался. Ну что, Громадон, твой выход. Давай вставай на платформу. Да не Ллойда. Замечательно. Побежали. Слушайте, довольно долгое ущелье. Смотри, Ния, ищу бочки. Можешь наполнить их водой? Ну, а почему бы и нет? Конечно, сможет. Почему я не могу переключиться? Видимо,
какая-то как заставка, я ничего сделать не могу. Так, все, вроде бы здесь собрали. Давайте на нее переключимся и будем уже стрелять. Да, ёлки, во. Кружится у воды. Так, как противовес. Ух ты. Ага, понятно. Мы сейчас будем с вами делать мостики. И, соответственно, по ним проходить. Давайте дальше побежали. Так, тут надо перепрыгнуть, не упасть, главное. Еще один. А где он появился? А. Перепрыгиваем. И я думаю, что это будет последний, потому что там уже платформа. Или же нет. Оу. Ну-ка, давай-ка пропрыгаем. Аккуратно. Все, получилось. Да-да-да, ребята. Вот теперь, наверное, будет последний. Ну и здесь нам нужно просто пропрыгать. Ух ты, это кто такие? Понятно. Паучки, мухи всякие. Одним словом, ничего серьезного. Сейчас мы их разберем. Ну, Гармадон, давай. Получилось, проход открыт. Неплохо, впрочем, можно было бы обойтись и без этого, если бы вы сразу меня послушали. Интересно, что бы изменилось от того, чтобы мы послушали Гармадона? Все равно нам проходить пришлось бы это ущелье, как ни крути. Собираем. Дальше не пройти. Может быть, надо что-то сделать со статуями? Ага. Тут у нас вода. Наполнили. Отлично, не. И надо также активировать вторую статую быка. И будет у нас тут вода. И что-то мне подсказывает, что нам нужен будет здесь Зейн. Сейчас мы... А, нет, смотрите-ка, тут можно пройти и так. Огонь. Слушайте, ну огненного у нас пока нету. Может быть, мне заморозить воду, друзья? Да-да, Зейн, именно это тебе и придется, видимо, делать. Не знаю, конечно, что из этого у нас получится, но так оно и есть. Может, ворота сломаются? Так. Заморозочка сработала. У тебя получилось, Зейн? Ты же шутишь? Оу. Что это такое? Мы будем спускаться по этому ледяному спуску? Наверное, именно это люди называют весельем. Берегись! Ну что, волновались? Все отлично вышло у нас. Даже не повредились. Но вот впереди какой-то туман. А, опять скелеты. И их довольно много здесь. Да упади ты уже. Слушайте, я их так могу издалека всех расстрелять. А вот этот вот прикрывается щитом. Плохо. Видимо, не пробить. Так, а вот того дальнего могу вроде бы. Не достаю маленько. Так, давайте, давайте, давайте. А, вон, нам нужно еще... Еще троих. Так, давайте-ка их так в рукопашку разобьем уже. Карабкающаяся белка. Уровень истинного ниндзя у нас открылся. Ты смотри-ка, ну-ка. Блин, я не могу его пробить. Ох ты. Все-таки пробили. Получай, скелет. Еще двое. Где они? Ага, вот. Смотри-ка, прикрывается щитом. Погоди, погоди, погоди. Давай кол, ну. Да что ж такое-то?
Бум! Рассыпался. И у нас там, смотрю, скелет-лучник еще стоит. Стреляет, а? Хитрец. Вот так вот. Отправили его. Как-то здесь видимость ухудшилась. Что, ты боишься темноты? Нет. Только того, что в ней прячется. Погодите, вы это слышали? Что у вас в клетке? Ничего. Гармадон, мы поймали его. То есть поросенка, мы поймали поросенка. Большого такого. Эй, Гармадон? У них Гармадон, Гармадон. Гармадон? Говорите, Гармадон. Поверить не могу, что он осмелился явиться сюда. Гармадон? Гармадон. Эй, это же Гармадон. Ты. Ты. Ну надо же, как удачно. Так, генерал, вытащи меня из клетки, а потом раздобудь чего-нибудь поесть. Это приказ, первый генерал. Ты не можешь мне приказывать. Ты вышвырнул меня из вулкана. Простите, минутку. Бежим, да? Бежим, да? Бежим, да? Ты готов? Отлично. Простите за ожидание, спасибо. Бежим! Ага, вдогонку за нами. Найдите оружие! Прям куча мала какая-то получилась у них. Темное ущелье, да? Значит, мы прошли под уровень. Ну что же, продолжаем. Эй, я тут. Эгей. Эй, ребята. Ох, я уж думал, что никогда больше не увижу людей в этих джунглях. Столько всякой жути. Я кусиком притворился. А я просто застыл в ужасе и не двигался. А я услышал громкий шум и выкрутил свой регулятор громкости на минимум. Ребята, ну это же то, чему у нас пытался научить мастер Ву. Нам не нужны боты для того, чтобы выжить. Нас никто не видел, мы будто слились с нашими стихиями. Мы готовы, а теперь давайте найдем Ллойда, заберем супер-пупер оружие и спасем ниндзяга. Ниндзяго! Обезьянка. Глава 10. Затерянный город генералов. Ух ты, Ллойда и Гармадона все-таки поймали. Там Ллойд. Тс, не так громко. Понижая громкость. Там Ллойд. Ну что, у кого-нибудь есть план? Нужно провести мозговой штурм. Одна голова хорошо, а две лучше. Оу. Ай. Извини, статическое электричество. Должно быть из-за ковров. Погоди-ка, здесь же нет ковров. Издевается еще. Я, походу, делаю понял, у него кружится. Ай-яй-яй, может, прекратишь уже? Я тут ни при чем. Это все из-за тебя. Вау. Елки-палки. Хотя, может, из-за меня. О, думаете, это сила моего кружицу? Видимо. На твоем месте я бы подумал, что сломался и вот-вот взорвусь. Ха-ха-ха. Это так круто, посмотрим, на что я способен. И кружицу молнии у нас получают. Ниндзя наши. Отлично. Все как и должно быть. Освоить кружицу молнии. Новая задача у нас была. Я так понимаю, нам нужно вот эти вот, как сказать, элементы зарядить. Или попасть в них молниями. Чтобы они заработали, в конце концов. Ну, а этим мы уже займемся с вами в следующей серии. А на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. И увидимся с вами в следующей серии. Всем пока, удачи и до скорого.